как интересно устроена жизнь. Люди, события и даже эмоции – все это имеет свое значение. Все это имеет свой неповторимый цвет. У кого-то жизнь белая, у кого-то черная, у кого-то имеет миллион оттенков серого, коричневого, а может быть ярко-красного. Но ведь все это ограничение. Все это всего лишь один цвет. Боязнь выйти в новый, непривычный спектр красок. Расширить палитру цветов и быть разным. Безумно счастливым или чертовски грустным, серьезным и беззаботным, наивным и твердым. Быть любым. Быть любым в моменте. В той единственной минуте жизни, которая происходит прямо сейчас. Мысли, события, окружающие люди. Вот главные компоненты красок. Выбирая их правильно, мы выбираем свою жизнь, ту единственную, существующую реальность, которая у нас есть прямо сейчас и которая у нас может быть когда-то в будущем.